Всем привет! Сегодня мы рассмотрим пример распознавания текста в документах. Для начала мы научимся преобразовывать документ PDF в изображение JPEG. Затем загрузим полученное изображение в Tesseract и распознаем его. Затем распознанный документ сохраним в формате текста. Итак, рассмотрим документ для распознавания. Это стандартный шаблон договора о неразглашении конфиденциальной информации, так называемый NDA. Как можно заметить, документ не содержит никакой информации о текстовом представлении, то есть мы не можем никак выделять, редактировать и использовать данный текст. Приступим к созданию робота. Для начала конвертируем документ в изображение для последующей OCR-обработки, так называемая технология компьютерного зрения. Для этого воспользуемся активностью «Конвертировать PDF в изображение». В поле «Файл PDF» нужно ввести путь до нашего документа. Для этого можно воспользоваться удобным функционалом диалогового окна выбора файла. В поле «Папка для изображения» нужно указать путь, по которому будет сохраняться страница нашего документа. Для этого можем просто скопировать путь документа и стереть его имя, чтобы изображения сохранялись в ту же папку. Протестируем конвертацию документа. Затем посмотрим, что у нас получилось. Как можно увидеть, мы получили тот же документ, только в формате изображения. Далее подключим Tesseract, OCR-движок для распознавания текста. По умолчанию уже установлено распознавание русского языка, поэтому все, что нам остается, это указать, из какого файла требуется распознать текст и в какую переменную сохранить результат. В качестве результирующей переменной будем использовать строковую переменную doc1. В данном случае ее можно не объявлять целиком в окне переменных, а просто задать в поле результат. Теперь у нас есть распознанный текст, и нам осталось только записать его в отдельный файл. В поле «Путь к файлу» требуется указать, в какой конкретно файл будет записан распознанный текст. Для удобства необходимо оставить название исходного документа и изменить лишь его формат на текстовый. В поле «Текст» укажем нашу переменную doc1, в которой хранится распознанный текст. Посмотрим на результаты. Как можно увидеть, мы получили текст исходного документа. В нем есть некоторые неточности распознавания, но более 95% текста распознано хорошо. Теперь мы можем редактировать, выделять и форматировать исходный текст, выделять из него требуемые данные в текстовом формате и находить нужные фрагменты. Итак, чему мы научились сегодня? Мы научились работать с PDF-документами и конвертировать их в изображение. Мы научились пользоваться диалоговым окном выбора файла, который автоматически прописывает путь до нужного файла или каталога. Простейшим операциям с распознаванием текста, с изображения и сохранением распознанной информации с целью дальнейшего пользования. На этом все.